братья, сестры. Вот я в парке Киото в Киеве. И сейчас направляюсь на метро Лисова. По дороге, да, я вот даже это видео так назвал, эту трансляцию. По дороге с Киева в Чернигов. Да. Здесь парк Киото, и здесь еще и такие прогулочные, вот на машинке катается. Слава Богу. Вот, теплые дни еще, но уже попрохладнее стало, сентябрь месяц. Вот, сегодня Новый год по церковному, по православному исчислению. 14 сегодня число, 14 сентября. И вот вчера вечером, сегодня днем, празднуется начало индикта в православии. То есть начало Нового года. Новогодняя молитва читается. И вот я тоже пару слов хочу сказать, что даже многие священнослужители православные даже не знают, тем более прихожане, большинство православных не знают, что почему именно в середине сентября вот у нас церковное новолетие. Кстати, тоже еще вопрос такой тоже, что и суточный цикл богослужений начинается с вечера. Допустим, вот сегодня в субботу вечером всеношное и вечернее служение, богослужение, оно уже посвящено воскресному дню. То есть песнопения уже будут воскресные. Вот вчера, допустим, вечером, пятницу вечером, субботнее уже служение было, субботнее служение. То есть в гражданском календаре у нас получается с полуночи до полуночи отчет такой идет дня. Вот, а в церковном, в православном календаре, то там получается с вечера и до вечера. Вот, и, а недельный цикл богослужений, это суточный цикл, а недельный цикл богослужений, он получается с воскресенья до субботы. А в гражданском календаре не так, в гражданском календаре с понедельника до ночи, до воскресенья. А годичный цикл богослужений у нас с середины сентября до середины сентября. Вот. А в гражданском календаре получается, да, с 1 января, вот с 1 сентября, годичный цикл такой, календарь. Вот, и многие, даже священнослужители, я говорил, да, не знают, а почему у нас такая традиция, корней нашей традиции не знают православные. А корни наши иудейские, корни наши библейские, библейского иудаизма, да, потому что именно в традиции библейского иудаизма, да, день тоже начинался всегда с вечера и продолжался до вечера, и продолжается до вечера. И цикл богослужений недельных также получается с воскресенья и до субботы. А годичный цикл богослужений, это получается с середины сентября до середины сентября. Поэтому, да, вот с 14 сентября и до 14 сентября. Это, в общем-то, такой цикл богослужений, который, он, ну, древний. И у нас в православии, напоминаю, это традиция с библейского иудаизма, со времен еще библейского иудаизма. Это напоминание о наших корнях, о корнях нашей веры, нашей традиции. Думаю, это очень важно даже. Вот, и поэтому начало индикта, это новолетие церковное, как раз получается вот вчера вечером и сегодня утром. Ну, в тех храмах, где богослужение проводится ежедневно, или же по таким, ну, средним праздникам, большим праздникам, вот, малым праздникам, то тогда и проводится богослужение новогоднее. Вот. И у нас в Киеве здесь собрание богослужения проводится только в арендованном помещении, нет своего храма.
И у нас богослужение проводится только в воскресенье с утра, с 9 утра, здесь, на Кловской. Вот, завтра меня не будет. Вот, будут братья наши, священники, проводить служение. Вот, я буду в Чернигове. Я сейчас, напоминаю, я сейчас еду в Чернигов. Прямо сейчас я вот шагаю по парку Киото, направляюсь к метро Лесова, уже вот рядом станция метро Лесова. И вот от станции метро Лесная, там попутные машины есть. Я списался с Блаблакар, да, путешествую в Блаблакар. Нашел подходящий рейс. Мужчина один, недорого, он 70 гривен берет. Вот, значит, и отправляюсь вот с ним путешествовать в Чернигов. Ну, недолгое путешествие, пару часов, и все. И уже в древнем городе Чернигове я. Слава Богу. Пусть Господь благословит вас, друзья. Во имя Иисуса Христа благословляю всех. Вот, и, ну и с Новым годом, православным церковным Новым годом. Поздравляю всех вас. Вот, начало индикта, начало Нового года. Да, и вчера в храмах православных, где было богослужение, совершалось, и сегодня утром читалось и читается новогодняя молитва. Благословение, молебен новогодний и новогодняя молитва. И все богослужения, они, в общем-то, как раз вот годичный цикл богослужений, как раз вот именно середина сентября до середины сентября. Вот здесь я прохожу сейчас парк камней, парк Киото, парк камней. Вот. Сейчас я попробую сделать ссылочку. Сейчас. Вот здесь. Да, вот сам парк камней. Так. Вот, поделиться можно. В мессенджере можно. Слава Богу, вот да, сад камней, японский сад камней. Молюсь за Киото, молюсь за Японию, японский народ, по дороге из Киева в Чернигов. Слава Богу. Сегодня солнце, но уже не жарко, в тени даже прохладно. Вот так вот. И здесь очень красивое место. Я думаю, как раз в понедельник уже, даст Бог, вернусь. Буду снова здесь, в Киеве, и запишу здесь видео прямо в парке Киото. Почему бы нет, прямо утром можно записать видео. Вот здесь как бы есть камешка, такая образная река, такой образ реки идет. Вот. Просыпайтесь. Так что благословляю Киото, благословляю Японию во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Вот, и там уже, собственно, пагода. Да, ну пройдусь там, наверное, хотя уже спешу, но еще есть время, немножко, несколько минут, чтобы здесь пройтись по этой красоте. Вот, в Чернигове тоже планирую записать видео. О, там пробежала мышка или крыска какая-то, да, вот так вот, прямо сейчас хвостиком мелькнула какое-то животное. Бежала, пряталась. Вот, благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Еверехеха Адонай веишмереха, Ягер Адонай панавелейха вихунеха, Иса Адонай панавелейха веяселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машехи.
Амен, амен, амен. Шаббат шалом, Израиль, шаббат шалом, Иерушалаим, шаббат шалом всем святым. Аллилуйя. Слава Богу. Прекрасная суббота, прекрасный день Господень. И я путешествую прямо сейчас с Киева в Чернигов. Да. Сейчас на метро Лисова. Я списался на Блаблакар и на метро Лисова. Попутная машина в Чернигов. Там есть и автобусы на Чернигов, маршрутки, автобусы. Вот, и попутные машины также. Так что здесь на Чернигов много кто едет. Вот, и в Киеве в понедельник, когда сбор, запишу еще видео. Прямо здесь, в парке Киото. Аллилуйя. Да, спасибо всем огромное за внимание. Спасибо всем, да, кто молитвенно и финансово участвует в моем служении Господу в этих поездках. Кстати, если кто-то с Чернигова собирается ехать, мало ли, есть Блаблакар, да, вот я еду в Блаблакар, а есть Блаблачерч. По христианской почте сообщите. Если кто-то с Чернигова будет ехать как раз сюда, в Киев, то можно будет вместе так вот и прокатиться в понедельник. Может, вторник, ну, лучше понедельник, прям, может, сразу же, в понедельник. Так что передайте, что в понедельник нужна машина с Чернигова на Киев. Попутная. Если кто-то собирается ехать, то буду рад быть вашим попутчиком. Вот. А так обычно я Блаблакар набираю, ищу какой-то недорогой рейс. Вот. И у меня там написано в моем профиле на Блаблакар, что я священнослужитель, художник, путешественник. Проповедую, рассказываю людям об Иисусе Христе, молюсь за людей. Я тоже называю Блаблачерч. Потому что тоже и молитва за людей, и исцеление, покаяние бывает вообще. Ну, слава Богу, целое служение на колесах только. Вот так вот. Да, я уже подошел, по сути, подошел. Это станция метро Лесная, Лесова. Здесь рынок, рынок известный. Там я закупаюсь как раз на шаббат. Обычно, да. В этот раз не получилось. В этот раз прям, значит, впритык я был в семинарии. Желаю вам конца путешествия. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Вот. Пусть Бог благословит всех, друзья, во имя Иисуса Христа. Благословение всем вам. Шаббат шалом. Мир всем вам. Благодать умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот здесь довольно много этих машин на Чернигов. Ну, Чернигов сам в ту сторону. Просто автобусы здесь набирают пассажиров и потом разворачиваются и едут уже, ну да, уже в том направлении. Получается, что как раз, ну да, но попутная машина с Блаблакар обычно на той стороне сразу же останавливается, и там уже я и сажусь. Все, друзья, а то даже уже плохо слышно. Все, с Богом. Благословляю всех вас.